Для 11-летнего Алёни Прановича поездка в мечту – обязательный пункт для выполнения во время летних каникул. Этот год не исключение. Мальчик отдыхает на третьей смене. Футбол, волейбол, гандбол. Время проводит активно. Спортом не ограничивается. В число хобби входит также участие в концертах. Школьник любит читать стихи. Я уже много раз был в лагере. Даже не могу посчитать, сколько раз. Потому что мне тут очень нравится. У нас тут хорошие воспитатели. С нами всегда занимаются. У нас много спортивных и творческих мероприятий. Мечта – крупнейший лагерь в Могилевской области. Дети съезжаются с разных районов и городов. На третьей смене, которая называется «Талисман и лето», оздоравливаются почти 600 человек. Всего 30 отрядов. День у ребят расписан буквально поминутно. Утром проснулись, провели генетические процедуры, зарядка, ну и поехали, побежали по графику работы. То есть утром спортивные мероприятия, ходилки, бродилки, разные творческие конкурсы, соревнования. Потом у нас всевозможные эстафеты проходят. В общем-то, ребята не сидят на месте, а все время активно двигаются. Особое место в графике – развлечения на свежем воздухе. На спортивных площадках ажиотаж. Игры с мячом, бег с препятствиями, настольный теннис. Ребята забывают даже про гаджеты. У нас очень насыщенное расписание, и мы играем в разные настольные игры. Волейбол, к примеру, еще также. Футбол. Еще у нас есть дискотека, это моя любимая часть дня, потому что там очень весело, там играет разная веселая музыка. Ну, мне нравится то, что новые друзья появляются, это очень интересное мероприятие, там футбол еще проходит, мы болеем за свой отряд. Ну, и воспитатели хорошие. Организация досуга и безопасность детей – главная задача руководства и воспитателей. Но все это было бы формальностью, если каждый из взрослых не умел находить общий язык с детьми и вкладывать в них душу. Дети, они непредсказуемые, они творческие, с ними очень интересно общаться. Именно поэтому мы приезжаем сюда, чтобы быть немножечко бодрее, активнее. Детям здесь очень весело. Мы проводим большое количество отрядных мероприятий. Есть общелагерные. Естественно, мы все готовимся коллективно. Дети включаются в работу, они очень отзывчивые. И очень приятно проходит время. Вечером ребята тоже не скучают. Например, сегодня у них пижамная вечеринка. А впереди еще 11 летних насыщенных деньков. Так что приключения только начинаются. К слову, четвертая смена пройдет с 5 по 22 августа. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.